В этой сказке из полена вытесан не только Буратино. Здесь все – Папа Карло, Мальвина, Пьеро и Дуримар. Героев «Золотого ключика» именитые скульпторы для себя выбирали сами. Мальвина, например, показалась в куске бревна еще до того, как началась работа. Я когда увидел этот кусок бревна, мне показалось, что здесь уже кое-что готово. Вот, например, волосы уже я тут вот даже не трогал. Вот почему-то лицо моей жены получилось, как ни странно. Пьеро и Дуримар, по общему мнению авторов и зрителей, получились похожими друг на друга. И недаром. Скульпторы прошли одну школу искусств. Всего на аллею Струковского сада в пятницу выставили 7 скульптур. И только главного злодея Карабаса пока не представили зрителям. Скульптор Илья Мишанин в спешке доделывает кукловода. И признает, хозяин театра вышел совсем не страшным, а больше похожим на Деда Мороза. Так складывается, что мне не удаются персонажи злые. Они все равно получаются добрые. Вот сколько бы я ни старался. Сказочный симпозиум авторы признали мероприятием полезным, обменялись опытом и смогли изучить технику друг друга. А скульптуры в ближайшее время займут место в усадьбе Алексея Толстого.